Всем как бы не хочется под град-то попадать, да? Так, уверенный град. Ну а ты пойдешь вообще конкретно был. Пойдемте домой. Как дойдем, доберемся. Ну, тут свежий с собаком. Мы давно попадаем. Вообще мы идем домой. Точнее уже ползем. Он хоть мокрый вообще. О, кроссовки. Там прям видно, что было на воде такой свет. Идет. Вот и. Ну, заниматься было некуда, в любом случае замочило. Но собаки тоже не ожидали, потому что они в этот момент купались. И это было весело. Я не хочу. Что ты делаешь? А мелкая тогда никогда такого даже не видела. Забавно. Не знаю, что там. Это не было очевидно, что я показываю. Идем. Идем. Жара сегодня, то есть единственный замет, где можно хотя бы нормально прогуляться, спокойно. Это, мне кажется, лес, потому что 30 градусов, остаться только в тени. Попробую прогуляться где посвободнее, там еще не посмотрим. Сами по себе, вот этот. Нормально им свободно. Вдвоем гулять без поводка, чего не очень люблю. Очень красивый лес. Ну, они вначале, конечно, сами убежали все. Эй, иди сюда. Мэнди, иди сюда. Мэндиаш, Мэнди. Мэнди, на, иди сюда. Иди ко мне. Ай, привет.
Как тебе лесу вынес? Нравится? Скажи, пить только негде, да? Венди, впервые в лесу. Ну как в лесу здесь? Посажены сосновый лес. Сосны, деревья. Даже в лесу им стало жарко. Эфи даже прилегла. Как тебе, жарко? Нет. Ты же, несмотря на лес, но не все жарко. Андяш. Фрукты здесь мало, но оно очень вкусное. Пойдемте. Пошли. Ну, не знаю, так гуляем. Не, нужно так же через лес пойти. Смотри, какое небо красиво. Поляна красивая, конечно. В общем, мы никуда-то бежали, но недалеко. Скажи, свобода! Иди сюда. Ко мне. Иди сюда. Эй.